Снимаю видео со вспышкой, чтобы все наглядно было, хорошо видно. Актуальная коллекция Runaway. Премиальное исполнение в бордовом цвете. Такие бутики уже не достать. Они были выпущены ограниченным количеством. Шикарно смотрится. Состояние очень хорошее. Не потертые, не обтертые. Вот носки, мыски. Замуж трудно снимать, она отсвечивает. То есть она ни в коем случае не лысая. Зависит от того, как ее причешешь, так, соответственно, она и будет сиять. Оттенок либо светлее, либо темнее. Задники. С другой стороны, никаких дефектов, дырок ни в коем случае, ничего такого нет. Подошва. Видно, что они не заношенные, не убитые. Подкладка. Со всех сторон. Тут номерочек. Вот он. Вторые также. Единственный нюанс, который есть, это на внутренней части вот эта потертость, которая, к сожалению, неизбежна в носке друг об друга. Вот они. Специально снимаю со вспышкой, и на фото видно, что они не бросаются в глаза. То есть на внутренней части, плюс здесь темная кожа. И, ну, при желании можно, конечно, отреставрировать, закрасить. Вот. Можно и так ходить, потому что вот вы ходите, и это абсолютно не видно. Только если под лупой и свет когда править, как я сейчас со вспышкой, тогда заметно, что там что-то не так. Вот, а так, в принципе, они в едином цветовой гамме темные. Шикарный вариант за волшебные деньги, с учетом того, что сейчас такие в бутике порядка 80 тысяч. Вот именно в таком исполнении в замше. Единого тона.